Ассаламу алейкум, друзья, дорогие подписчики, приветствую вас. Сегодня у меня для вас еще одна интересная поездка. Поедем в далекие районы горные. Будем выезжать из Сулеймансарского района, села Касумкент. Поедем в Хивский район. Оттуда поедем в Хивский район. Поедем оттуда в Агульский район, к агульцам. Оттуда дальше поднимемся в горное село Рича. Там уже посмотрим, спланируем другой маршрут как-нибудь. Сначала доедем туда. Сейчас за мной машина приедет. Вещи соберем, потихоньку поедем туда. Наша поездка началась, мы тронулись в путь. Слегка помоем у вас. Остановились у магазина, купили попить холодной воды. Все дальше теперь едем. Наш долгий путь и горные дороги. Проезжаем и село Саидкент. Сейчас будет интересный, красивый мост через речку Чиракчай. После села Саидкент сразу начинается село Куркент. Его мы тоже вот сейчас проезжаем. Гуси выходят на дорогу и тут же убегают, чувствуя опасность. Так вот, доехали, друзья, село Алкадар. Здесь где-то был музей алкадарского. Село Сардаркент. Сардархур доехали. Так, друзья, заправили машину, залили газ. Теперь можно смело ехать дальше. Все, едем. Заправили газ. Теперь трогаемся. Река Чиракчай. Такой старый мост. Здесь внизу села Сардаркент. В направлении Хивского района. Красоты в селе Веркадар, короче, здесь. Сейчас вот будем на границе Хивского района, будем проезжать арку. Такая вот дикая здесь природа. Все, заехали в Хивский район. Первое село, которое начинается в Хивском районе, со стороны Сулеймансарского района, когда едешь. Село Цинит. Проезжаем село Цинит. Очень много интересных сел по дороге встречается. Вот еще одно село. Архит. Село Архит. Только что заехали. Фермы кругом, горы, коровы прям по дорогам ходят. Здесь, короче,
очень интересные места. Вот такое вот село под названием Архыт. Вот такие вот интересные вещи в горах. Стоят, памятник стоит героям Великой Отечественной войны. Ну, вдалеке, друзья, видно столица. Центр Хивского района. Сейчас поближе туда подъедем. Пока что видно издалека. Пожалуйста, друзья, центр Хивского района. Спускаемся потихоньку в село. Сейчас еще раз дует мост через ту же самую речку Чиракчай. Проезжаем сейчас внутри села Хив, Хивского района. Смотрите, какой горный массив. Какая красивая природа. Горная дорога. Вот такие вот скалы. Сразу после Лака, после села Лака, начинается село Хореч. Вот такая вот картина здесь. Чей-то домик там, на той стороне. Вот, село Хтугар. Тоже маленькое ущелье. Вот такие вот улицы. Объявление: продается мука. Висит на столбе. Вон кто-то построил дом на горе наверху. Вот теперь начинается красота. Скалы. По всей дороге коровы препятствуют нам. Чей! А, здесь вода течет скоро, поэтому они здесь собрались воду пить. Очень интересные места. Это еще только начало. 1/4, наверное, 1/5 того, что мы куда мы хотим проехать. Это еще близлежащие села, район. Еще впереди будет Агульский район, куда мы сейчас направляемся. О, кстати, красивое место. Остановился на таком интересном месте. Здесь скалы сзади. Очень много камней упало на дорогу, пока ехали. Видели, встретились с камнями прямо на асфальте.
Вот такая красота. Почистили стекло УАЗика. Здесь вот висит река Чиракчай. Чирак — это как раз название речки, где она берет начало свое. Река Чиракчай. Мы туда сейчас направляемся. Такая вот зигзагом идет дорога под такой огромной скалой. Так что вот такие, друзья, места. Мы как раз таки вот едем вверх по реке Чиракчай. Кислорода не хватает, машина с трудом поднимается, потому что здесь не хватает кислорода. На второй передаче поднимаемся по асфальтированной дороге, упадем. Такие горные слои встречаются здесь по дороге. Вот как раз хороший вид. Камни падают. Опасные места на самом деле. Слева обрыв. Справа гора. В любой момент может упасть огромная глыба. Район, добро пожаловать, написано там. Горная пасека, пчел тоже. Кто-то поставил там пчел. О, какой интересный мост. Не мог упустить это место сходу. Прям прыгнул с машины на ходу. Смотрите, что за красота здесь. Прям с моста снимаю. Река Чиракчай. Только что заехали в Агульский район. Сейчас будут идти по дороге Агульские, села Агульского района. А вот здесь вот все шикарное место. Вот такие вот кругом красивые места. И вот на фоне моста сейчас я вам покажу кое-что интересное. Смотрите, как ступеньками горная река течет вниз. Сейчас, пока машина моя не уехала, пойду сяду, а то оставят меня здесь ребята. Придется на попутках потом добираться. Эмоции, адреналин зашкаливают. Уже начинается красота дикой природы. Вот так обрушились камни на дорогу. Одна полоса закрыта, пропускаем встречку, затем едем дальше. Оттуда все упало. Еще интересная дорога. Стоит, дороги делают. Видимо, после ливней камни упали, из-за этого они здесь работают. Поправляют дороги, чтобы люди могли передвигаться по этим горным дорогам. Места многие не бывали здесь. Горный ручей.
остановились на таком месте. Вот такие вот цветы горные растут здесь, интересных цветов, вон ромашки. Хорошо расположились ребята. Тут с пчелами палатка стоит, домик на колесах и пасека. Хороший натуральный мед пчелы соберут в таких местах, конечно. Цветочный горный мед. Что с ним сравнится? А вот по соседству еще одна пасека здесь. Даже две. Тоже вот так вот пчелы расположены. Еще одно красивое место остановились. На повороте горной дороги, где внизу течет река. И вот такой вот прекрасный родник с холодной водой горной. Оттуда течет река, этот ручей. У меня здесь сделали вот такой вот кран. Вот так вот. Чтобы люди, проезжая, остановились и могли выпить воду. Вкусная вода. Все. Едем дальше. Времени мало. Такая стена старая, сохранилась здесь наверху. Заезжаем в первое село Гоа. Село Гоа называется. Первое село, которое встречается в Агульском районе. Вот такое вот село. В таком горном массиве расположено. Под такими высокими горами вдоль речки. Площадки здесь, турник, спортивные площадки сделали так в этих селах, в горах. Камера стоит на наблюдение, вот. В общем, безопасность тут присутствует. Вот он, село Гоа. Такая огромная гора, большая для глаз, даже как-то непривычно смотреть на такую огромную гору. Село Дулдук, второе село, которое нам по пути встречается, село Дулдук. Вот здесь хлеб, свежий хлеб продают в магазин. Сели сено, ждут, пока чуть-чуть подсохнет, потом вот переворачивают, потом собирают и отвозят.
Кульские горки. А между прочим, отсюда через село Чирак можно попасть через горы на Сунакский каньон, Кулинский район, Лакский район, если там лакцы живут. Отсюда можно в эти районы попасть через Чирак. Снова остановился на таком вот перевале горном при въезде села. Здесь я не мог не останавливаться, потому что в этом селе, из этого села, мой близкий, мой брат Камиль, салам алейкум тебе. Я у тебя в селе сейчас нахожусь, только заезжаю в твое село. Мы едем дальше. Дальше тпик, село. Шагаю здесь вот по таким просторам, где внизу течет река Чирак-Чай. Красивое одинокое дерево тут растет. Село Хутхул. Купол мечети. Отсюда виден. Такие вот старые дома, старые стены, кстати. Интересно построенные стены, здесь заборы. Такие вот дома. Очень интересное село. Дорожник поднятый, наверное, два моста там приспособили как-то. Интересная Волга. Селе Хутхул. Сразу, друзья, после села Хутхул начинается село Тпик. Это центр Агульского района, центральное село Агульского района, село Тпик. Солнышко, детский сад. Такой вот красивый детский сад в селе Тпик. Проезжаем село Тпик. Интересные старые дома. Вот это вот старая часть села Тпик. Года 3 или 4 назад я сюда приезжал. На свадьбу. За невестой приезжал. Участвовал на свадьбе в селе Тпик, на агульской свадьбе я был. Как раз на моей машине невесту привозили в город Дербент. Моего друга свадьба была. Стороне речки по горной грунтовке едет тоже кроссовер Тагаз, наверное, скорее всего похож на Тагаз. Проехали по село Тпик. Асфальт закончился. Теперь настоящая горная дорога. Грунтовка. Пока еще более-менее. Едем над обрывами. Поднимаемся, спускаемся, поднимаемся, спускаемся. Кажется, что спускаемся, на самом деле поднимаемся выше и выше в горы.
себе там домик поставил. Береза растет, друзья, в горах. Такие вот скалы, друзья, в дождевую погоду, когда идут сильные дожди, ливни, они с водой скатываются прямо на дорогу, закрывается дорога, и пока трактора не приедут, не расчистят дорогу людям, люди остаются вот в таких местах. Электричество идет здесь. Там высоковольтные идут по горам линии. У вас хорошая машина на самом деле. Особенно когда на нем стоят военные мосты. Хорошие колеса. Когда двигатель с коробкой тоже хорошо работает, все, никаких проблем в такой местности не должно возникать. Такая вот здесь местность, потихоньку темнеет даже, здесь быстро темнеет или кажется, не знаю. Зарядка тоже садится. Пауэрбанк тоже не заряженный. 2% показывает. Что успею, то заряжу. Насколько хватит. Только что достал телефон. Думал, позвоню по видеосвязи по кому-нибудь друзьям. Хотел показать эти места. Ну, как достаю телефон, вот что на экране выходит. Связи нет вообще ни на одной сим-карте. Билайн, Мегафон, ничего не ловит. Глухие места Агульского горного района. Сейчас небольшую паузу здесь сделаем. Разминку, а то... Вот эту баранку крутить тоже нелегкое дело на таких больших колесах. И причем по такой дороге. Скоро двинемся дальше. В такой вот глухой местности даже есть знак, который указывает сужение дороги за поворотом. Вон за той скалой дорога сужается. Поэтому здесь стоит такой знак. Дождь собирается. Хорошее место для рыбалки. Тихое и спокойное место. И глубина, наверное, есть хорошая. В самый раз. Друзья, здесь холодно. Пора уже одеваться. Еще дождь начинается. Пора утепляться, одеваться. Более теплую одежду. Салам алейкум. А? Все, оделся я в теплую одежду. Стою, смотрю вот на такое красивое, интересное место. С одной стороны идет, только в другую сторону уходит. Там вот такой небольшой водопад.
Нам вот туда ехать еще. Все, тронулись дальше. Пока не стемнело, надо добраться до перевала горного. А то там дорогу можно там запутаться. Капли дождя уже пошли. Подъезжаем в это самое село Рича, село Агульского района. Вот мост, друзья, Чиракчай, который течет вниз с Агульского района в Хивский район, затем в Сулеймансальский район. Оттуда она дальше течет вниз в сторону моря. Вот наш УАЗ проезжает. Очень давно хотел сюда приехать. Моя мечта сбылась. Доехал до этого места. Теперь могу сидеть вот на камне этого моста и снимать видео. Всем ассалам алейкум, всем привет из Дагестана, из Южного Дагестана, из Агульского района, из села Рича. Не забудьте подписаться, кстати, на мой канал. Это золотая фраза. Червя мы не взяли, ничего не взяли. Сейчас, если что-нибудь найдем, кузнечиков каких-нибудь, попробуем рыбку поймать. Это форелевые места, друзья. Здесь горная речная форель в этих реках. Сюда люди приезжают, ловят форель. Я вот встретился с юношей с села Рича, стоим с ним, ловится, говорит, форель есть и в той речке, и вот в верхней речке, которая течет здесь. Так что вот такие вот люди здесь хорошие живут, подсказали нам сразу, несмотря на то, что мы издалека приехали. Как тебя зовут? Раджаб. Как? Раджаб. Раджаб, Раджаб, меня Загир зовут. Все, давай, мы поедем тогда дальше. Все. Передавай там кому-то. Все. Вот так вот, друзья. Раджаба встретили с села Рича, не село Агульского района. Здесь живет Раджаб, хороший парень. Все, друзья, всем салам алейкум. Поднимаемся вверх в село Рича. Там было начало села, а вот это вот уже выше поднимаемся в само село. Такие вот здесь дома на горном склоне. Вот так вот коров разделяют, чтобы в чужие улицы, в другие места не убежали. Просто посмотрите, какая красота. Коровы идут домой. Включенным передним мостом поднимаемся теперь в жижу, в грязь.